Гостей в центре «Перспектива» ждали с нетерпением и постарались показать им как можно больше интересного из своей жизни. Так, с этого года мальчишки и девчонки под руководством опытных наставников занимаются гиревым спортом. Занятия возможны благодаря реализации программы «Добрая сила» в рамках проекта «Сделаем вместе». 15-летняя Мария Махкамова уже несколько месяцев с удовольствием выполняет силовые упражнения. В гиревом, в изобразительном, в музыкальном, в футбольном кружке. А время есть свободное? Да, есть свободное время. Поднимаю 8 килограмм, а решилась на то, что тут идет на, как бы, на все группы мышц мы занимаемся. Воспитанникам центра доступна современная программа профессиональной ориентации. В этом году из его стен во взрослую жизнь отправятся 12 парней и девушек. Некоторые из ребят поделились с гостями, кем они хотят стать. Кто-то видит себя водителем, многие стремятся стать военными. Девушки хотели бы получить профессию поваров или медсестер. Михайловский ГУК – это наши шефы. Понятно, это наши вопросы жизнеобеспечения, это и осмотр технических транспортных средств, какие-то косметические моменты, ну и, безусловно, социальные проекты. Вы слышали, такой проект, как конкурентоспособность выпускников образовательных учреждений, которые поддерживал «Металл Инвест». Вот. Школа полезного действия, наши дети были участниками. На прощание генеральный директор «Металл Инвест» Андрей Варичев и губернатор области Александр Михайлов подарили ребятам несколько комплектов мячей для различных игровых видов спорта.